Все, в общем, у нас здесь увеселительная прогулочка перед выездом. Я занимаюсь фотопом. Здесь по мелочи лепится, подпорчики там появляются. Параллельно занимаемся лафетом. Обслужили тормоза, ручники, не ручники, в общем. Все потихонечку подмандили, запасочку подготовил, чтобы в дороге без всяких приключений все было. Так что так, занимаемся. Судя по времени, в ночь, если только в позднюю получится уже выехать. Ну, в общем, готовимся. Господа, всем доброе утро. Время 6:30 утра, мы наконец-то выдвинулись. Короче, выезд в Беляску, где-то в районе. Я не на то место. В итоге вышел на улицу, это же что-то где. Ой, я не уснул. Короче, молодежь не везет в коляске. Занимались чуть пораньше, это получилось. Все сделали. Надеюсь, нормально.